Всем привет, и снова здравствуйте. Понедельник, день отличный. Я намылилась в магазин. Время начала 10. Планировала я в магазине быть уже в 8 утра, но не сложилось, не получилось. Погода супер, легкий ветерочек так обдувает, хорошо освежает. Тепло, голубое небо, смотрите. Красотища какая. Давно я не снимала влоги, даже немножечко соскучилась. Надо, пожалуй, снова вводить эту практику. Прекрасное настроение. Иду в магазин, потому что в холодильнике висит мышь, но все как обычно. Все как обычно, схема стандартная. Отошла немножечко в тенечек поснимать. Не хочу в движении говорить, а то камера трясется. В общем, буду покупать не очень много. Мне не очень много нужно продуктов. Так, пройдусь, куплю самое необходимое. Думаю, что вернусь налегке. Хотя, кто знает. Там ведь, знаете, это надо, то надо, все надо. Ну, короче, настроение супер. Чего и вам желаю. Все, пойдемте в магазин. Смотрите, какая красота. Такая травка зелененькая. Боже. Тут вот дядечка, я за дядечкой встала. Красотища. Ну, а небо? Небо. Ну, шикардос же, а? Ну какая красота. Смотрите. У нас, кстати, я вчера смотрела, у нас вот там вот острова на Волге. Вчера ходила вечером гулять. На островах просто палаточные городки. Мне кажется, так классно там отдыхать. Все, даже маленькие, там есть прям маленькие островочки без зелени. Просто, знаете, вот, я не знаю, 3 на 3 островочки. Даже там люди. Шикарно. Ну, в общем, ладно, пойдемте в магазин, да, что титьки мять. Время не будем зря терять. Ой, даже как-то в рифму сказала. Короче, пойдемте. Прошвырнемся, пока там народу мало. Смотрите, какое небо чистейшее. Чистейшее. Стадион. Дядечку что-то обгородили, чтобы травушку не примяли, видимо. Дядя. Ну и ладно. Идем в магазин. Ой, как солнце пробивается классно сквозь лучи. Эти листья лучи. Людненько. У всех тоже, видимо, мышь в холодильнике висит. Все как-то само утрище в магазинчик подтягиваются. Ну, так людненько тут шарахаются люди. Сколько здесь плакатов. Так, ну что, шарахаемся. Какая колоночка. Так, мне нужны ручки. Ручки. Так, уже вынесли все, видимо, да? 1 сентября на самое видное место. Те, которые мне нравятся, что я не вижу ручки. Так, сейчас еще посмотрим. Свечки прикольные. Такой бокальчик. Выпить винишко. Всего один бокал. Да, никто не придерется.
Так, ну что, здесь мне, наверное, ничего не нужно. Пойдем дальше. Тут и чемоданы, тут и шоколад, все, что хочешь. Одежда, памперсы. Рафаэлла по 129. Масочки всякие разные. Я не знала, что здесь Вивьен Сабо продается. Тушь. Тени, все, что хочешь. Так, ну что, идем за продуктами. Может, кетчуп есть по акции? Смотрите, какие штучки интересные. Ягодный маршмеллоу. Вот. Французское печенье с дыней и мускатным орехом. Мучное я не ем, слава богу. А то бы купила. Так, ну что же, мне надо кисло-сладкий соус, я думаю. Вот этот вот мне понравился. Решила взять вот такой вот соус. У него состав получше. Здесь усилителя вкуса нет. А у этого усилитель вкуса. Оставим его пока. Вот этот возьмем. Смотрите, что нашла. Бульон для супа. Фубо. Это салат чука в банке. Так, акция только Махеев. Слобода без акции. Не будет. Подождем акцию. Подождем. Я никуда не тороплюсь. Милки Вей хочу взять парочку батончиков.
Так. Сыр теперь нам нужно. Какие песни ретро здесь играют. Так, мне нужен вот такой вот плавленый сырочек. И сыр. Какой веселенький. Какая колбаска аппетитная. А, это за килограмм, я думала, за этот кусочек. Думаю, ни хрена себе колбасочка. Яйца, яйца. Ой, какая песня хорошая. Так, здесь что у нас? Тоже колбаса. Ну, пойдемте тортики посмотрим. Тут и пиво, и торты. Ой, какой звук неприятный. Так-то какие-то недорогие. Да? Или это за это? А нет. Что-то какие-то дешевые тортики-то. А вот здесь вот они подороже, что ли? Топалыча. Сладкий зоопарк. Что тут у нас? А, вау! Милота-то какая! Тигренок. Там еще кто-то. Мартышка, тигр, мартышка. Ну-ка, мартышка. И Тишкин пистолет. Ну, прям все 33 удовольствия. Не уронить бы. Все, слюни подобрали, пошли дальше. Мясо, ребрышки. Бекон. 96 рублей всего лишь. Что-то как-то подозрительно. Ох, какая вкуснотища. Так, сосисочки. А мне это не надо. Я так чисто. Вам показать, что у нас в Ашане продается. Карась-соломка. Лосось-палочки. Прикиньте.
какого-то странного цвета лосось. Меня заинтересовали, но они что-то как-то подтекают. А если они подтекают, значит они не герметичные. Ка нахер траванешься еще. Так, так, так. Смузи. Смузи. Так, салатик. Ох, какой. Какой здоровый. Этот покрепче. Какой-то он вяленький. Вяленький какой-то. Вот этот возьмем, вроде ничего такой. Так, овощи мне не нужны, у меня там есть. Мне нужна молодая капуста. Фруктики. Ягодки, вернее. Мне нужна молодая капуста. А, 49. А в Ашане я вчера смотрела 70 с чем-то. Морковка 119, грязная 79. Ну, более-менее еще как-то. Я увидела целый стенд Альпро. Может быть, здесь есть бариста? Кокосовый. Крыши нет. Блин, жалко, конечно. Ну ладно. В следующий раз. Какая картошка гигантская. Как с ладонь. Колбаску там сразу возьмите. Вон вообще в ладошку не умещается. И это тоже. Что по фруктам у нас? Яблоки, апельсины. Виноград какой-то дорогой прям. Сливы, нектарины. Персики плоские подорожали, и эти подорожали. Абрикосы. Женщина взвешивает пакет с молоком. Первый раз такое вижу. Так, здесь что у нас? Груши, арбузики. По 39 рублей за килограмм. Дыня, хурма. Так, ну все, идем на кассу. Вроде все я купила. Прикиньте, я за ней понаблюдала. Она отвезла эти пакеты с молоком, выгрузила, загрузила новые и снова пришла взвешивать их. А я когда мимо проходила, у нее там пакет молока, ну, был 976 грамм. Видимо, пока она не найдет пакеты, которые ровно килограмм будут, она не успокоится. Это вообще, ну, старческий маразм, походу. Не дай боже быть такой старости. Господи, страшная вещь. И вот не лень, ведь она с этой тележкой туда-сюда, то есть несколько раз. Каждый пакет взвесила. Потом выгрузила то, что ей не понравилось, загрузила новое и снова. Нахер. Слушайте, все-таки у меня получилось налегке. Малюсенький пакетик. Иду нормально все. Руки не перетягиваю. Надо еще в Спар зайти, сырочку купить. И все. Можно идти домой. Кофе я уже сегодня пила. Завтра тогда уже кофе с сыром. Короче, вот, легонечко, быстренько так пробежались по магазинам. Красиво, цветочки. Прям так красивенько все сделано. Тут вон тоже красота. Тележки кто-то сгрузил.
Блин, трава уже такая, смотрите, как будто осенью, спаленная солнцем. Ужас. Деревья красивые, елочки, березка вон зелененькая. Цветочки на такой сухой земле вылупились. Блин, вообще, конечно, Сахара. Снежки, как хорошо. Прям красота. Солнце уже жарит. Нормально так. Смотрите, на островах уже. То есть, вернее, вон так. Вот. Палатки стоят. Вчера там было больше. Вон там вон в кустиках лодка стоит. Вчера было больше. Прям палаточный лагерь был. Ну, видимо, люди уже уехали на работу. Хорошего помолить. Сейчас телефон доставал, чуть не разбила. Ох, ну и реакция у меня молниеносная просто. Смотрите, режечку. Овощи дешевые вроде бы. Хотя вот капуста конусная 89. Посмотрим, сок, может быть, есть какой-нибудь. Рич 89. Соки, чипсы, пиво, сосиски, колбаска, боже, все что хочешь, как говорится. Так, ладно, я йогурт не буду покупать. Дальше идем. Здесь тоже кетчуп не по акции. Вот и все. Быстренько пробежались по магазину. Все купили. Можно идти домой со спокойной душой.